Средний онлайн третьего Payday имеет меньше 300 человек, что видно по центру сообщества, в то время как вторая часть все еще процветает. И тут, возможно, появляется вопрос, а с чем связана гибель серии Payday? Не поверите, но нам официально ответили. Оказывается, во всем виноват Тобиас Сёгрен, которого пару дней назад студия Starbreeze уволила. Компания считает, что смена руководителя поможет оживить последний проект данной студии. На его место назначат Юргена Гёльднера, который трудится в игровой индустрии около 40 лет. Компания спихнула абсолютно все неудачи третьего Payday на предыдущего человека и обвинили его в том, что шутер не привлек нужного количества игроков. Фактически человек проработал 3 года в Starbreeze, первые 2 из которых по сути принадлежали еще второй части Payday. Будем следить за дальнейшим развитием событий, поможет ли это релизу третьей части.